В городе Бресте проживает более 350 тысяч людей в уютном и теплом жилье с трехразовым не менее питанием. Список благ цивилизации можно продолжать. Да, есть и категория граждан с социальным обозначением – бомж. Их количество также подсчитано. Только в городе Бресте их более 60, в области – более 200. А подсчитывал ли кто-нибудь, сколько у нас бездомных животных, выброшенных за ненужностью, как хлам, великодушными хозяевами на улицу? Занятые отмывкой, прививками, кормежкой вот этих подкидышей не знают точного числа и представители общественного объединения «Доброта». Считать недосуг, дел других не в проворот. Но смело можно заявить, что цифры не маленькие. Приют с таким добрым названием расположился среди частных построек, складов и леса. Здесь нашли временное убежище братья наши меньшие. От такого собачьего разголосия жители соседних домов сегодня защищает шумоизоляционный трехметровый забор, который установили на средства, собранные неравнодушными к судьбе животных горожанами. Ведь содержание питомника – дело непростое и требующее немалых денежных вложений. Аренда здания, корм для питомцев, ветпрепараты, уборка отходов – и это далеко не все задачи, которые необходимо решать добровольцам объединения «Доброта». В данном случае на помощь приходит и городская власть. За 2015 год произошло огромное количество событий. Во-первых, пристроено порядка 140 собак, щенков, 100 котов, кошек, собак. У нас запущен такой проект, как стерилизация бездомных животных и клипсование. Мы отпускаем животных после передержки. Затем у нас налажены, скажем так, договоренности с пунктом отлова, где мы можем забирать, где волонтеры имеют доступ в пункт отлова, мы можем забирать оттуда животных для того, чтобы их спасти, чтобы, ну, как бы спасти их от усыпления. Затем у нас есть договор уже с мусороперерабатывающим заводом, то есть уже все у нас уже на законных основаниях. У нас забирают мусор, правда, в благотворительных таких основаниях, то есть мы не платим за это, благодаря только директору мусороперерабатывающего завода, который пошел нам на уступки, и плюс при поддержке городских властей. Вклад в благородное дело городских властей, по словам Натальи Мининой, весьма ощутим. Чиновники откликаются на все обращения и поддерживают во многих начинаниях. Благодаря такому пониманию многие бюрократические процедуры были значительно упрощены. Недавний диалог с главой области Анатолием Лисом, просьба о поддержке приюта нашли отклик, чему волонтеры были очень рады. Однозначно и абсолютно, то есть нас как бы поддержали. С той же регистрацией животных тоже мы не можем в ЖС ездить каждую регистрацию, каждый день ту собаку поступившую или снимать ее с учета, когда ее пристроили. Нам тоже обещали, что наладят какой-то, и за нее надо будет платить после регистрации. Нам обещали, что наладится система какая-то, что нас, ну, то есть упрощенную систему сделать. Не надо нам будет ездить и регистрировать каждую собаку. В приют ежедневно поступают бездомные животные. Волонтеры объединения всегда с теплотой и заботливо встречают четвероногих друзей. Однако условия содержания животных требуют доработки. Мы просили у города для того, чтобы нам подыскали какое-то другое место. Нам обещали, что в течение вот этого периода, пока мы здесь еще арендуем, до конца этого года, мы арендуем пока здесь помещение, и до конца года нам пообещали подыскать какое-то другое место. В крайнем случае обещали оставить нас здесь, пока не начнется строительство, застройка вот этого вот этой, да, полосы на Рябцево какими-то высотными зданиями. Пока есть те, кто неравнодушен к судьбе животных, братья наши меньшие будут постоянно ощущать заботу и тепло. Волонтеры объединения «Доброта», которые сегодня активно участвуют в жизни подопечных приюта, точно знают, именно человек способен создать благоприятные условия для животного. Только его любовь и поддержка способны сотворить чудо. В этот приют я хожу уже на протяжении 5 лет. Впервые мы с мамой сюда попали, когда увидели объявление о том, что нужна помощь животным. Но мы даже не подозревали о том, что вот существует такой приют. И когда в первый раз мы пришли, то было около 20 котов и около 20 собак. Сейчас же животных стало несколько раз больше. Гуляем с собаками, кормим. Делаем уколы, капельницы. Ну, я посещаю приют уже около 1,5 года. Мне здесь очень нравится. Побудило меня, потому что я с детства люблю животных. София Бережная, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.